мамчик, я к вам буду выезжать через... Я вообще собираюсь и к вам выезжаю. Вроде говорят, можно через стоянку доехать. У нас тут совсем горячо. Мужчин не пропускай через границу, я останусь. Папа, ты не можешь здесь оставаться. У тебя уже далеко таких, как ты, пропускают. Во-первых, мы едем сейчас в Черновцы. Пап, давай не будем, не надо. Пожалуйста, будь человеком, а? Ну, будь мужчиной хоть раз в жизни. Родить моих